Галина Александрова работает в правоохранительных органах с 2009 года и уже стала победителем в республиканском конкурсе «Лучше по профессии» среди сотрудников патрульно-постовой службы. Первый этап конкурса у нас прошел здесь в отделе, в батальоне среди своих сотрудников. Но получилось так, что я тут показала лучшие, взяли меня. Среди из нашего батальона не только я одна была, нас там трое было. Но и наши ребята остальные тоже нормально выступили. Каждый день всегда изучаем статьи, законы, вот и учебные дни у нас есть специальные. Физически сильным надо быть, конечно, естественно. Отметим, что Галина была единственной женщиной, принявшей участие в конкурсе. Комиссия оценивала и знания правил оказания первой доврачебной помощи пострадавшим, оказание помощи при получении травматических повреждений и ранений. Кроме того, проверялись умения метко стрелять, применять боевые приемы борьбы и переносить высокие физические нагрузки. Прапорщик полиции обогнала своих соперников в беге на 1 километр, набрала больше очков по огневой подготовке, а также других конкурсах. В результате 37-летняя Галина Александрова заняла первое место. Своих соперников недооценивать не стоит никогда. Всегда как бы со страхом все равно смотришь. Конкурс пройти и все эти испытания, конечно, стоит каждому, конечно. Национализм растет дальше.